Привет! Меня зовут Макс. Ты говоришь по-русски? Тогда нажми на этот флаг. Hey, ich bin Max. Sprichst du Deutsch? Dann drück auf diese Fahne. Hi, I'm Max. Do you speak English? Then press this flag. Очень хорошо. Макс и привидение из замка. Ты уже выбрал привидение? Тогда нажми на него, чтобы начать игру с того места, где ты ее закончил в прошлый раз. А если еще нет, то выбери свое привидение сейчас. Отлично. Желаю хорошо провести время. Вечер опустился на маленькую деревню Длинное Ухо. Макс и дядюшка Понг, известный изобретатель, сидят в саду. Дядя Понг только что закончил рассказывать Максу одну очень страшную историю. Я бы тоже хотел пережить что-нибудь интересное. Ах, Макс, мир полон тайн и приключений. Нужно только хорошенько присмотреться. Смотри, это Клара, летучая мышь из замка. Она очень взволнована. Привет, дядя Понг. Привет, Макс. Нам необходима ваша помощь. Вилли, маленькое привидение замка, не может, как прежде, спокойно проходить сквозь стены и двери. Что? Ты хочешь сказать, что Вилли потерял свою волшебную силу? Да, так случается всегда, когда привидение хочет есть. А Вилли сейчас страшно голоден. А что же едят привидения? Ах, все что угодно. Вилли, например, только маленькие желтые носки со множеством дырок. Желтые носки? С дырками? Вот именно, это очень просто. По всему замку разложены маленькие желтые носки. Вилли сам мог бы их собрать, если бы не был заперт в башенной комнате. Но дверь в эту комнату заперта уже сотни лет. И теперь только вы можете помочь ему. Чтобы вернуть волшебную силу Вилли, нужно как раз 12 таких желтых носков. Идите скорее в замок, я буду ждать вас там. Дядя Понг, мы должны помочь бедному Вилли. О да, Макс. Я думаю, я должен кое-что доработать в машине для приготовления конфет. И я думаю, что у тебя появилась очень хорошая возможность пережить нечто увлекательное. Что ты на это думаешь? Я должен один пойти в замок? Конечно, это же здорово. Замок, который полон привидений. Это то, о чем ты мечтал. Должен ли Макс идти в замок? Да? Нет? Да?
когда Макс очутился в саду замка, смелость и решительность покинули его. Но мысль о бедняге Вилли победила его страх. В конце концов, не каждый день появляется возможность собрать маленькие желтые носки для голодного привидения. Здесь Макс может войти в замок. Хочешь ты, чтобы Макс вошел в замок? Да? Нет? Да? Вилли! Я пришел! Это холл замка Хрюкенберг. Надо сказать, что этот холл выглядит достаточно уютно. Макс уже внушил себе, что он ничего и никого не боится. Привет, Макс! Не бойся! Мы поможем тебе! А? Кто это был? Я Фабиан фон Хрюкенберг. Прожил уже 358 лет. Я Магдалена фон Хрюкенберг. Мне только 297 лет. Я Густав фон Хрюкенберг. Мне уже 502 года. О, да это не так уж и плохо. Мне нравится, что многие хотят помочь мне. А, ты можешь в этом не сомневаться. Конечно же. Мы с радостью поможем тебе. Желтый, как лимонад. Теперь не хватает 11 желтых носков. Совершенно верно. Я ужасная графиня Страшильда. А ты, конечно же, маленький Макс. А ты хочешь найти носки для малыша Вилли? Я буду с радостью пугать тебя страшными ужасами. Это прекрасное развлечение!